хотел бы сегодня торжественно вручить знаки отличия и удостоверения Всероссийского спортивного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду обороне». Среди учащихся школы наградил своя мораль. Также вот, хотел сказать о том, что те спортсмены, те дети, которые сдавали у нас нормативы весной, сегодня мы им вручаем значки. В торжественной обстановке из рук руководителя районного центра тестирования нормативов ГТО Дмитрия Балянова школьники получили награды. 9 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых значков были вручены 22 учащимся разных возрастов. Удостоверение с бронзовыми и серебряными за подписями министра спорта республики Андрея Иванюты, а к золотым значкам прилагался документ с автографом Виталия Мутко, министра спорта Российской Федерации. Золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 5-й ступени награждается Музаев Александр Владимирович. Спасибо большое. Особенной наградой был отмечен спортсмен-активист Михаил Иджан золотым знаком отличия ГТО. За выпускников школы значки и удостоверения получили их родители, братья и сестры, посетившие мероприятие. Серебряным знаком отличия награждается Губарев Роман Андреевич. Настя, это сестренка. Как известно, программа ГТО воспитывает физическую культуру населения и закладывает основы здоровья нации. Физическая подготовка ребят растет на глазах учителей и тренеров. Всего в этом году значков и удостоверений были удостоены 156 учащихся районов.